посещению, где помещениях могли проводить время и гости, желавшие посетить там в Гащинском дворце. Вот, и, как правило, в гостиных ставили большое разнообразие столов, овальные формы, круглые, и держали ломберные. Вот обратите внимание, ломберный столик стоит с правой стороны от нас. Вот свое название, такого плана столики получили еще в 14 веке. Их назвали по названию карточной игры «Ламбер», которая была популярна в Испании в 14 веке. И вот для этой игры столики раскладывались. Столешница состоит из двух частей, верхняя часть откидывается и опускается на отодвинутые ножки. Столик после раскладывания становится в два раза больше своей первоначальной величины. И в игру, как правило, играли 3-4 персоны. Вот. Вот со временем столики свое название сохранили, но со временем они стали использоваться для разнообразных бытовых случаев. И вот как раз таки для обедов и ужинов их раскладывали, и за ними можно было разместить довольно большое количество гостей. Вот. Но мы с вами пройдем сейчас в греческую галерею. Обращаю ваше внимание, что